Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас на обзоре обновленная машинка Индис АГЦ. Сейчас добавилась в название брашлис, что говорит о том, что у данной машинки изменили мотор на бесщеточный, что обещает нам повышенный ресурс службы, особенно на потоке, особенно там у грумеров, которые могут на одну стрижку тратить несколько часов. Давайте сначала смотрим, что у нас вообще на коробке. На коробке сама машинка изображена. Указано, что бесщеточный мотор, что она супермощная, подходит для любого типа шерсти. На обороте у нас указана комплектация. Это машинка, это адаптеры для розеток по всему миру, это нож, входящий в комплект, и масло. Но давайте заглянем внутрь и посмотрим, что же там внутри у нас лежит. Машинка, как и предыдущая, выпускается в двух вариантах: Two Speed и Super Two Speed, которые отличаются оборотами. Просто Two Speed — там обороты пониже, Super Two Speed — обороты повыше. Открываем, смотрим, что у нас в комплекте. В комплекте, конечно же, сама машинка. В комплекте, как я уже говорил, переходники под различные розетки. Здесь уже установлен переходник под ГОСТовскую розетку. Есть переходник под евророзетки, он чуть потолще просто. Есть масло, но масло немножко расстроило в том плане, что раньше клали 120 мл флакончик, теперь 15 мл. Ну ладно, бог с ним, переживем. И запасной поводок ножа, это очень хорошо. Убираем упаковку в сторону, смотрим на саму машинку. Как же отличить Super Speed от просто Two Speed? Просто Two Speed с низкими оборотами, она черного цвета. А Super Two Speed, они у нас идут цветные всевозможные. Вот в данном случае синие бывают, там зеленые, бордовые, розовые, всякие разные. Итак, смотрим. Довольно симпатичная машинка, довольно удобная. Изменился немножко корпус. Здесь появилась такая вот выемка в задней части, глубокая. Ну, за счет этого мизинец ложится более удобно. В остальном особо изменений нет. Вес уменьшился на 100 грамм, старая машинка была 490 граммов, новая 390, это существенное изменение, это достигнуто опять же за счет нового мотора. Что еще? Кнопочка, здесь у нас две скорости, 3000 и 3800 оборотов, соответственно есть кнопка переключения всего этого счастья, причем здесь вот есть еще маленькая красная кнопка предохранитель, кнопка находится под рукой, но тем не менее самопроизвольно она не сдвигается за счет предохранителя. Нажимаем пальцем и довольно легко сдвигается в первое либо второе положение. Хорошо. Что еще рассказать? Нож здесь используется керамический, в стандарте идет номер 10, 1,5 мм. Ножи используются стандарта А5. Поэтому можно использовать ножи других производителей, там Moser, Wall, Oster, не знаю, там еще десятки более мелких фирм их производят. Нож быстросъемный, поэтому легко можно в работе менять один нож на другой, либо на такой же, абсолютно нож, просто если они у вас успевают разогреться, чтобы не ждать, пока он остынет. Горячий сняли, поставили точно такой же холодный, продолжаем стрижку, что очень удобно для грумеров, у которых большой объем работы. Здесь по сравнению с предыдущей машинкой учли вопрос нагрева ножа, заменили нож обычный стальной на керамический. Керамический нож у нас лучше скользит, и поэтому меньше трения, меньше нагрев. Кроме того, немного снизили обороты по сравнению с предыдущей версией. Предыдущая версия, по-моему, 4200 оборотов максимально была, здесь 3800. Это немного меньше, на 10% примерно, но тем не менее нагрев это снижает. Нож легко снимается для чистки, также легко у нас снимается вот эта вот крышечка для прочистки у нас поводка ножа. Кроме того, если этот поводок ножа у вас сдох, то в комплекте есть второй, что позволяет нам, ну, вообще ни на день не прерывать свою работу. Ну, а потом уже искать запасной, опять же, положить его про запас в коробочку. Дальше. Корпус нейлоновый, противоударный, он не скользкий, у него такая немножко текстурированная поверхность, плюс насечки эти довольно хорошо лежит в руке. Шнур здесь длиной полных 3 метра. На конце такой вот здоровенный адаптер. Сейчас это, в общем-то, на всех нормальных машинках так используется, мотор постоянного тока и адаптер.
он вынесен из машинки, чтобы, во-первых, уменьшить размеры корпуса машинки, во-вторых, уменьшить вес машинки, и, в-третьих, наиболее важный, пожалуй, момент – это уменьшить нагрев машинки, поскольку преобразователь он в любом случае немножко может нагреваться при работе, чтобы минимизировать нагрев, чтобы каждый градус выжать, выносят наружу у нас. Мотор здесь используется у нас, судя по маркировке, на преобразователе порядка 36-35 ватт. Ну и, как я уже говорил, 3000-3800 оборотов. Хорошо, давайте попробуем резюмировать, что же это за машиночка. Это очень крутая, очень мощная машинка, которая подходит для любого типа шерсти, которая имеет достаточно высокие обороты, поэтому будет довольно-таки у нас продуктивно, и у которой используется бесщеточный мотор, для которого обещают до 10 тысяч часов работы. Да, повышенный ресурс – это очень актуально в первую очередь для грумеров, но и для остальных, там, для парикмахеров это тоже довольно-таки приятный бонус. Данная машинка является конкурентом, пожалуй, такой модели, как Wall KM10, но при этом стоит примерно на треть дешевле, имея практически те же характеристики, две скорости, то есть здесь 3.3800, то у Валовской 3.3700. То есть то же самое, в общем-то, мотор 35 ватт и там, и там, и там, и там бесщеточный. Но здесь отличие по форме машинки, пожалуй. Ну, на мой взгляд, вот эта вот машиночка в руке лежит получше. И на мой взгляд, у нее все-таки меньше, чем у Валовской машинки, вибрации. Все это, конечно, очень относительно. Конечно же, вибрации здесь есть за счет массивного ножа, но так как верхний нож керамический, у него довольно небольшая масса, то вибрации здесь меньше, чем на машинках с цельноствольными ножами. Да и в принципе у мозеровских машинок, ну и соответственно у валовских, которые являются их копиями, вибрации несколько выше за счет другого механизма передачи движения с мотора на нож. Кому порекомендовать эту машинку? Да, всем, кому нужна большая мощность, просто там больше уже некуда. Это, конечно же, всем грумерам могу ее порекомендовать. Просто не сомневаюсь, что вот это вот будет один из лучших вариантов бескомпромиссных. Ну и парикмахерам, которые любят работать мощными роторными сетевыми машинками, она тоже должна понравиться, потому что она мощная, оборотистая, долговечная, просто клевая. И можно подобрать по цвету. На этом, пожалуй, все. Будут у вас вопросы, заходите в нашу группу ВКонтакте, спрашивайте, либо спрашивайте прямо здесь в комментариях под видео. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ну и вступайте в группу ВКонтакте, можете подписываться и на Instagram. На этом все. Пока-пока.